Предварительную версию произошедшего озвучил и советник министра индустрии и инфраструктурного развития Руслан Иманкулов. По предварительной информации, водитель автобуса выехал на железную дорогу, несмотря на запрещающий сигнал. Подчеркну, что это предварительная информация. По данным, которые сейчас есть, погиб один человек, это водитель автобуса. Другие детали уточняются. На месте находятся как экстренные службы, так и местные исполнительные органы. В ДЧС Алматинской области создан оперативный штаб. Будет сформирована соответствующая комиссия по расследованию причин происшествия. Это те данные, которые сейчас есть. В целом нужно отметить, что такие факты, они происходят чаще всего по статистике по вине автотранспорта. Надо еще отметить такие немаловажные детали, как вес грузового состава. Он составляет порядка 6000 тонн. Длина тормозного пути составляет от 600 до 800 метров. Это чтобы в целом понимать ситуацию. Добавлю еще, что сам поезд номер 43 отправился со станции Чемолган в 20 часов 38 минут с опозданием из-за происшествия на 1 час 34 минуты. Это все данные, которые сейчас есть.